Ну чё, YouTube, Зен, здорово, с вами Джон, он же Банжи, дайте передохнуть 312. Сегодня в этом ролике мы поговорим об анонсе. Анонсе сезона следующего. Банжи решили прям с ноги ворваться. У нас тут сейчас был генератор Эмбару, последнее задание, которое вот мы записали, там видос на YouTube лежит, но, к сожалению, у меня там... Рабовой очень сильно на микрофоне, потому что мы сегодня попытались мультистрим на Твиче и на Ютубе, но из-за этого я, собственно, и говорил как робот, так что сорян, кто... у кого уши высекли через мозг, точнее, у кого мозг высек через уши из-за этого, но, блин, что поделать. Ладно, в общем, Банжи нас тут поздравляют, те, кто прошел последнюю загадку генератора Эмбару. Сезон желания начнется 28 ноября. А пока, о мой страж, типа из этого. Ну, кто не знает, да, у нас тут последнее желание, это рейд такой, в городе грез. И у нас там целая куча желаний, которые можно вводить на стене желаний. Да, вот желание будет очень часто упоминаться в этом ролике, уже упомянулось очень часто. И Банжи нас, по-моему, лет 5 троллили по поводу того, что в игре есть последнее, ну, самое, ну, и ластецкое желание, 15-е, да, которое все мы никак не могли разгадать. И вот, наконец-то, вышла катсцена. В предыдущем ролике можно посмотреть, ну, или в игру зайти и пройти генератор Эмбару, 4-е задание, и заценить, так сказать, это монументальное произведение, да, где на нас выкидывают, спойлер, яйцо Ахамкары, живое, да, и типа, ну, то есть оттуда реально кто-то может вылупиться. Вот не Ривен, да, которую мы убили, да, которая наслала проклятие на город грез. За это у нас там каждую неделю там что-то происходит. А вот это вот все. И поговаривают, да, то, что сейчас вот мы 15-е желание ведем в следующем сезоне, и город грез из-за этого перестанет существовать там, или с него спадет проклятие. В общем, что-то такое будет происходить. Короче, лютый замес начнется. В общем, будет интересно посмотреть. Короче, я надеюсь, что этот сезон будет означать то, что у нас с последним желанием будут связаны какие-нибудь, ну, с рейдом в смысле, какие-то активности. Но, хотя я не знаю, они уже добавили туда крафт, ну, Банжи, в смысле, может быть, не мастер-версию добавят? Ха-ха. Ну, кто знает, кто знает. По-любому, они должны что-то делать, потому что у нас тут следующий сезон ожидается, что он будет длиться 6-7 месяцев. Так что, да. Ожидаем чего-то мощного. То есть сезон желания, чтобы он не длился 6-7 месяцев. Ну и, собственно, тут у нас небольшой взгляд на сеты новые с этого сезона. Ну как вам, в принципе? Вот это у нас охотник. Он то ли с импульсной винтовкой, то ли еще с чем-то. По-моему, это уже имеющееся у нас оружие, кажись. Это автомат. Или это скин на... винтовку разведчика, но это губитель желаний, да, походу. Я не знаю, или это рискин и все. Короче, сложно. Он мне, знаете, кого напоминает? Одного из злодеев могучих рейнджеров вот в этом скине. Кого я обманываю? Кто тут смотрел могучих рейнджеров? Ну ладно, в общем, блин. Такие вот у нас тут сеты. Ожидают в следующем сезоне. Пока что это все, что есть на данный момент. Я думаю, может быть, в течение ночи или завтра вечером выйдет какая-нибудь статья от Банжи, или ролик там, или еще что-нибудь. Они решили разогнать хайп-машину после новостей про увольнение, про переносы, чтобы как-то инфоповод заглушить. Ну, потому что у нас тут закончился фестиваль усопших, а Банжи такие, ну окей, выпускаем сюжетку, последнюю сюжетную миссию, заканчиваем сезон колдовства, и вот вам, пожалуйста, еще сверху сезон желания. Я жду, как он будет называться в русской версии. Скорее всего, ну не будет так просто, что его переведут просто как сезон желания. Не, это для Банжи слишком. Это будет сезон мечтаний, там, меч, там, еще чего-то. В общем, пишите свои варианты в комментариях. А мы пока что, наверное, все-таки попробуем поспать. Благо, уже почти 3 часа ночи. Ну, в общем, да. О, сейчас все-таки кто-то смотрел. Ну ладно, классно. В общем, да. Спокойной всем ночи. Доброе утро, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Ну а мы пойдем чилить. Уже наконец-то окончательно. Не забудьте посмотреть ресетный видос. Видос с генератором Эмбару с 4-м заданием. Ну и попытались сейчас у Тискиалочности пофармить. Но походу Банжи занерфили Голокорн и Ракетница так сильно, да, то что сейчас не получается убить за одну фазу босса в Тисках на ласте. Обидно. Ну, может быть, у кого-то получилось. Если что, напишите в комментариях. Попробуем завтра пофармить дальше.
Двое суток про аренду. Это так.